ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Просим вас привести спинки кресел в вертикальное положение, открыть шторки на иллюминаторах, опустить подлокотники ваших кресел, убрать столики и застегнуть привязные ремни. Ева называлась. Thank you.
Пойдемте наверх по лестнице. Мне нравится лестница. Можем так пройти? Только открыли, я сам еще ни разу не чихнул. Get around to the jungle, baby.
35 миллиметров Цейс. Уже классика стиля Бори. И мы чуть-чуть отрубил задничек. Я включил эту фигню, чтобы сразу показывать вам кадры. Обычно она отключена, я предпочитаю снимать, а не рассматривать картинки. Но... ну, типа, я не вижу такой событийности, чтобы щелкать все подряд. Это МГУ там? Да. А там вот МГУ вдали, братва. Налево, нам нужно обойти здесь по третьей дороге. Да? А если мы пойдем так через мост? Ну, как хочешь, я тебе хотел на этот мост. О, пойдем. Я не против, просто гуляние. Заглянем во дворик. Я хочу, ребята, вам поведать, почему взял вторую семерку, а не третью. Потому что торопился, и мне ее отдали с нормальной скидкой новую. Но я мог добавить двадцатку и взять третью. Я тогда не знал, сколько стоит третья. И, короче, взял вторую. Тут нет Silent Shutter. Но мне нравится картинка, в принципе. Ну, в третьей матрице еще может быть лучше. Через годик обновлюсь. Это в любом случае рывок после Fuji X100. Хотя X100 безупречный фотоаппарат. С ним очень приятно. И это все-таки такой цифровой рейнджфайндер, you know. Заряжай стабилизатор. О, малышка, он внутри рюкзака. Держите. Он заряженный. Еще раз покажу. Здесь 55-миллиметровый Цейс для моей Sony. Здесь X100, в общем-то, зарядники, блендер. Малышка. Боюсь его вредить как-то. А, то есть здесь не нужно даже подкручивать его, да? Нет. Сейчас мы только его... Короче, малышка, фокус не трогай, потому что он иначе уснет. Вот эта точка фокуса. Я сделаю ее в треть. Даже не в треть, а вот так, по золотому сечению. Чтобы... Два раза. А чтобы его сбросить, вот так. А еще... Чтобы сбросить еще раз как? Сзади? Два раза тыкаешь, и он выравнивает горизонт. Короче, ты идешь... Сзади, которая кнопка, да? Да, вот курок. Ты идешь, допустим, поворачиваешь, хочешь остановить ракурс, задерживаешь эту штуку, он его держит, понимаешь?
То есть ты как бы, ты можешь перехватываться. То есть ты вот поворачиваешь, чик, понимаешь? На. Ну, сейчас я пойму. Держи, малышка. А, типа он заново в этот, короче, если поворачивает, потом нажимает два раза? Нет, да, ты просто зажми один раз, и ты можешь спокойно вращать. А, то есть когда ты снимаешь штатив, перехватиться поудобнее. То есть ты можешь задержать ракурс, он держит, а ты обходишь его, и потом цепляешь под этим углом. То есть ты мне опять сделал без горизонта от первого лица, так? Да. А зачем тебе он нравится, нужен? Больше? Это неинтересно, да. Понимаешь, два часа, полтора часа смотреть, как все ровненько, неинтересно, то, что ты можешь делать вот такие ракурсы и вот такие ракурсы. Понимаешь, о чем я говорю, малыш? О, это шикарная Баха тройка. GoPro пишет. Давай сделаем так. Мы идем налево, да? Можешь не прерывать запись, я что не надо, не буду монтировать. Вообще звук, ну, блин. Да, я хочу, чтобы ты писала без остановки, чтобы потом было больше возможностей. Ладно, это не вопрос. Потом зайдем в приложение, сделаем. Птички. Куда, налево? Нет, туда. Туда, обратно? Может, пойдем вот так как-нибудь туда, куда-нибудь туда? Ну, это Садовое. Я хотела тебе показать. Пойдем. Пойдем. Да, привет. Ты знаешь, я ругалась, что покупать новых, которые нарисовали, что так красиво, на самом деле, получается. Какая-то улица. Это... Хорошо. Нет.
только GoPro, звук с GoPro-шки только идет. И у тебя тоже идет звук, но моно. Все, левое плечо уже отваливается, но хорошо, что не правое, а пойдем сюда. Мы любим неведомое. Абсолютная тишина. Это кайфово, это кайфово. Как ты думаешь, мы пройдем насквозь куда-нибудь? Думаю. Думаешь? Да. Хорошо. Куда пойдем? Мы пойдем вот туда наверх. Можно сейчас забраться, а можно пойти. Обойдем, да, я вижу пешеходный переход. Я покажу тебе место силы. Привет на 100 лет. Много-много. Много, малышка.
Ты все равно равняй горизонт, когда снимаешь панораму рукой, ну, кистью. Кистью? Да, ну вот так, да. Ну, какими-то безлюдными местами нет никого. Мне надо красивых девчонок, чтобы нащелкать. Смотря на сколько народу у нас тут сейчас. Да, хорошо. Мы идем туда, да? К Киевскому вокзалу. Мы просто идем на этот мост, потому что я его очень люблю. И вот это место я тоже люблю. Супер. Там делают фоточку, мы обязаны там побывать. Хорошо, пусть шуршат. Я, по-моему, выключил стабилизатор на GoPro, и она снимает, ну, будет живая картинка, то, что вот эта стабилизованная, та, ну, чтобы создать контраст, который тебе так нравится, малышка. Мы можем пройти так до моста?
А? Мы добрались. Хорошо. Там по мосту? Нет. Под мост? Там здесь. Под мост? Здесь. Здесь? Да. Я не слышу, малышка, что? Да, мне печально, я прихожу сюда и сижу на этой штуке. Да? Нам не печально, можем идти дальше, да? Смотри, там циферки тикают? Тикают циферки. Хорошо. Туда? Куда?
Я хочу чизбургер. Туда, да? Блин. Как? Подожди. Сейчас. Должно сработать. Бесячая трещина. Да ладно тебе. Ничего себе, какой у тебя. Написано панно, я читаю порно. Подожди. Да. Да? Пойдем туда, где меньше туристов, да, да ТЦ. Да, да, я про это же. Хорошо, это очень хорошо. В какую сторону? Мне кажется, здесь просто сделали размер. Слушай, а у меня нет такой волшебной кнопки сзади, да? Да. Куда нам вообще задай направление и скажи, куда идти, и я примерно, ну, как бы, типа, дойду. На эту сторону просто нужно перейти. Вижу светофор, окей. А я тоже знаю, что там есть, поэтому мне просто здесь пытались. Хорошо, малышка. Как скажешь.
я добился каких-то нормальных значений, ну, на картинке. Ни темно, ни светло, все как надо и не размыто. Но с Fuji это почему-то проще добиться. То есть я в нем просто выставляю все вручную и побежал. А с этим приходится мучиться. Не знаю почему так, потому что здесь вроде более продвинутая матрица, чем на Fuji, якобы устаревшим. Да, успеваем, пойдем. Я сейчас врублюсь вон в ту толпу, снимай, малышка. GoPro стоп видео. О, вот тут есть Golden Virginia. Так я же сказала, потому что мне кажется, что в Москве есть. Да, можно пачку, пожалуйста? Не, в Москве не тут. Последний. Последний? Серьезно? Да, конечно. Да. Берем? Давай две возьмем. Просто последний. Не, ладно, одну хватит. Вместе, да?
тоже екатеринбургская история. Потом пляж. У нас так круглогодично, но зато, видишь, я не падаю и не ломаю ноги. Какой цвет? Вот этот? Серьезно, ты угадал, я не понимаю? Нет. Или я говорила? Ну, типа, я хочу Вилар в цвете Space Gray, и это он. Ничего себе, какой у нас тут базар-вокзал есть. Я обжилась Редбулом. Спортсмен. Да.
Ты чувствуешь, как пахнет листьями горелыми? Горелыми листьями чувствуешь, как пахнет? Если бы у меня в детстве была такая детская площадка, мне кажется, я бы ночевала на ней. Прошки? Да. У нас же есть? Да, еще парочка есть. И зарядники, если могу на банку кинуть в карман. Да, милая.
немножко устала? Ну, так, да. Да? Просто блюдо. Там Арбат, это хуже, как мы вчера шли.
столбе попадает. Мы пошли на Арбат. В какую сторону? Туда. Вот это телефонная будка, с которой ты перепутал. Хороший был вариант, все-таки
Австралике, если хочешь. Там, где больше народу, я хочу. Я думал, ты хочешь не баранин. Хочешь подойти? Да плохо, то пойдем так. Я такой ниндзя, короче. Очень много внимания привлекаю. Нам поверху? Нет. У меня уже стоит это. Thank you.
раньше я про темные очки говорил. Про темные очки говорил. Это Смоленская, да, мы вышли? Это Арбат? Похоже на Ваера. Это Арбат? Угу. Я тут впервые за всю жизнь. Ну, может, в школе был. GoPro Stop Video.
нравится идти, я люблю идти. Может быть, вот тут есть тот дюнер, который я мечтал. Не, у них в пяти только. Классно выглядишь. Круто, что я к тебе приехал, малышка. Мне так радостно. Я прям гуляю, кайфую. Ага. Да, это очень, Вайнер очень похоже на Арбат. Кто-то это любит. Если бы я хотела здесь квартиру чисто как вторую, знаешь, типа там, чтобы иногда побыть. А вот так вот постоянно здесь еще же, ну, что-то опять у меня ждутся всякие певцы, певицы, вот эти, вкусняют. Дальше. Через один переулок, следующий будет лошади или жирафа? Мне кажется, это конь. Алёша, кончик. Мне как-то пристало, один такой конь, я уже привет, друзья, давайте пять!
Жека. Салют. Салют, бро. Приветствую, Женя. Кристина, Женя. Привет. Женя, Кристина. Че, куда пойдем? Ну, на Арбате. Когда? Че, вы рано встали сегодня? Я в 4 Сняли? Вообще проснулся. Вчера в 8 вечера уже отрубился, мы 15 километров говорил, прошли. Ты видел его? Ну да. Я же заселял вчера. А? У меня там маникюрщики всякие привезли. Ништяк. А сейчас он где? Ну он живет у Сани Мелкого, я не знаю. Бибой? Арт-художник. А, нет, не знаю. Арт-художника Мелкого не знаю. Только Бибоя Мелкого знаю, ты, наверное, его тоже знаешь. Да, да. Дальше от Аэрофлота. Блин, они бдят, не все дают себя сфоткать, короче. У меня стоит 500-я сейчас. Нет, да, одна 400-я и ISO 800, а то иначе там шумы совсем. Сегодня, ну, где-то, короче, процентов 10 было размазано утром, потому что темно было, пасмурно. Сейчас поярче и это, повеселее. Тут стабилизатор встроенный, оптический стабилизатор. Короче, стабилизатор в камере, стабилизатор в объективе, все вместе в сцепке 5-осевой. То есть оно движение матрицы стабилизирует, поэтому можно даже на длинных выдержках. Главное, чтобы руку, ну, вообще вот так не трясло руку. То есть если уже навык какой-то есть, то все четко. А? Я хочу немецкий дёнер, знаешь, такой в лепёшке. Не в пите, а вот... Да. Я его, знаешь, уже года два хочу, Жека. Не, это в лаваше, а это в лаваше. У нас хочет, это немецкий. Да, такой, немецкий. Да, в лепешке квадратной такой. Лепешка есть? Вы немецкий, что ли? Ну да, типа чуть-чуть. Я хорошо говорю на немецкий. А, супер. Я по-русски отлично говорю. Я отлично. Если вы лепешку хочешь, у меня есть пиде. Не, вот нет, короче, дёнера, как в Берлине где-нибудь, обычного дёнера, такого европейского. Вот какая что... лебошка с дёнером? Ну, сойдёт, да. Сколько стоит? 350 рублей. С картошка фри, хомес. Да, да. И лаваша есть. Выглядит по-немецки. Это по-немецки. В Германии совсем всё тюрки такое делают. А здесь стоит однёвка, вот в Германии работали. Пойдем еще пройдемся. Другим ресторанам такая не наша, только мы продаем. Ладно, спасибо. А ты что делаешь? Где работаешь? Здесь агентство элитной недвижимости. Я директор по маркетингу. Круто. Продаем хатки такие. GoPro стоп видео. Да. Снимай. У меня круто получается. Да? Да, у меня круто получается.
свет еще красивый. Смотри, какое. Тут катался на троллейбусе где-то в этих местах. Ну, блин, я 10 дней тусовался в Москве на улице, ну типа не на улице, но это, ну по 16 часов в день я гулял, и какие-то все такое смутно узнаваемое. Сишки из кармана. Вот, опять завозил себе. Ой. Нет, да. Левый беру. Там. GoPro стоп видео. Налево? Сейчас, подожди.
кажется, нужно хотя бы идти вдоль ну, река. Ну, тогда туда, да? Мы, типа, теоретически можем быть переулками пройти туда, если не пойти по набережной парку. Уверен, что надо туда? Я предлагаю пойти вот так. Геолокация, скорее всего, из-за всяких этих ВПНов, ну, типа, для Телеграма, мне кажется. Потому что до этого меня не тормозила геолокация. Да, ты я очень много в GTA играл, конечно, я прав. Прикольный домик. Нам надо такой домик замутить. Я надеюсь, это слышно на видео. Был в 90-х. Только Limited. Это просто V8. А тут упакованный. Смотри, это по своему условию. Синдирадские острова. Судя, потому что здесь никого нет вообще. Потому что я помню раньше.
везде, и бабушка, когда пыталась получить визу, мама даже ходила с соседним домом. Ты пишешь звук? Да. Посольство Гренады. Да куда уже? Слушай, а очень вкусно покушали. Да, очень вкусно покушали, но даже не ровно, но просто вкусно. Мы правильно идем? Бабушкин родственник. Серьезно? Ну да, короче, по ее информации, наши семьи не общаются с 60-х годов из-за какого-то конфликта. Это вот центральный дом ветеранов. Это? Да. Хорошо. У меня жесткий микс из стрита и архитектурной фотографии, потому что люди, короче, люди в нижней 1/8. Это что за здание? Вот это? Да. Высотка на Таракане. Одна из семи. Я тут был. Я точно тут был. Это Садовое кольцо, конечно. Да, нет, прям вот тут был. О, тут рядом... Туда Тверская, правильно? Нет. Нет? Значит, место похоже. Нет, просто. Может быть. Я понимаю, что мне
короче, где-то вас тут. Кого-то пропустим? Бразильское посольство. Да, здесь. Да, я тут гулял с одной, я гулял тут с классной девчонкой. Зимой. Было адски холодно, я был в осеннем. Но согревало, что я гуляю не один. У нас очень... типа я познакомился в хостеле с девчонкой, и мы пошли гулять. Маяковская в ту сторону, да? Стабилизация, но она все равно не смотрится такой уж стабилизированной картинкой. Круто снимать, но да, понял. Через парковку.